Адресатам будет направлено почти 800 тысяч карт. Примерно столько жителей нашей страны имеют на сегодняшний день право голоса. Почтальоны начнут их доставку уже 3 февраля. В них будет указано то, когда и куда мы можем прийти голосовать 1 марта будущего года. По словам председателя избирательной комиссии Алло Хейнсало, до начала февраля в карты еще можно внести коррективы. Например, в том случае, если вы планируете в день выборов находиться не там, где зарегистрированы, то вам стоит известить регистр населения по месту жительства. И тогда вы сможете голосовать на каком-либо другом участке. Кроме того, в рассылаемых картах будет представлена и информация о том, как и когда будут проходить электронное и предварительное голосование. Как-то не получается карточка избирателя, надо контактировать с регистром населения, который на уровне местного самоуправления, который занимается с регистрацией населения. Доставка избирательных карт обойдется государству примерно в 120 тысяч евро. А электронные карты будут разосланы зарубежным избирателям не позднее 31 декабря, при условии, что они запросили их заранее на государственном сайте esti.ee. Стоит помнить и о том, что для непосредственного участия в выборах карта не понадобится, так как выполняет чисто информационную функцию, а вот документы с фотографией с собой иметь будет необходимо. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.